Александр Фомичев родился в Пензенской области, в 18 лет переехал в Ходьково. Закончив Абрамцевское художественное училище, остался здесь и посвятил жизнь декоративно-прикладному искусству. За 50 лет творчества резчик создал целую коллекцию разнообразных произведений, которые представил в Доме художника. Это его третья масштабная выставка. Александр Фомичев работает в области художественной обработки дерева, но на этой выставке можно было увидеть и графику, и авторскую живопись. 50 лет творческой деятельности у меня, вот, и поэтому здесь много разнообразного всего, не одна скульптура, там, а тут и декоративно-прикладное искусство, графика, скульптура, рисунки, в общем, все, чем я занимался на протяжении этих лет. В основном работы это творческого плана, не ширпотреб никакой, делал все, что душа требует, так, заказных работ у меня здесь нет. Вот. И живопись такая домашняя, в основном все это не какая-то, я на классный живописца не претендую, это такая домашняя, мои родственники, мои хорошие друзья, партнерши. Александр Фомичев с раннего детства увлекся резьбой по дереву, делал лодочки и деревянные игрушки, выдалбливая из дощечки и придавая ей форму. Теперь у него тысячи шкатулок, которые он сделал таким же способом. Он так и называет их «шкатулки-долбленки». 17 лет проработал в институте игрушки художником-конструктором по проектированию деревянных и музыкальных игрушек. Создал много образцов уникальных, которые были внедрены в производство. Имеет много наград, дипломов. Но характерная черта, вот я для себя, всматриваясь в его работы, обнаружил, что он человек многогранный. В том смысле, несмотря на то, что в работах присутствуют традиции русского народного искусства, он не чужд и познанию всего мирового искусства. Познавая мировое искусство и разные способы резьбы, Александр Васильевич Фомичев во всех работах использует народные истоки, подтверждением тому шкатулки, солонки, ковши – предметы, которые очень часто используются в быту. С юбилейной выставкой пришли поздравить друзья и коллеги автора. Экспозиция продлится до конца июля. Роман Кренделев, Михаил Жучков, День города.